И сомнение, что сегодня и Витебский городской исполнительный комитет, и Витебский городской совет депутатов заинтересованы в развитии предпринимательства в городе. Сегодня следует отметить, что наблюдается незначительная все-таки тенденция к оттоку числа занятых предпринимательством. Сегодня в городе Витебске более 8 тысяч, ну, порядка уже даже 9800 предпринимателей. Ну, наверное, это не так много для крупного областного центра. Уважаемые друзья, также я хочу предоставить слово заместителю директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Нигеровичу Руслану Леонидовичу. Пожалуйста, слышно хорошо. Спасибо. Позвольте поприветствовать вас от лица Министерства экономики по поводу директора организатора за предоставленные возможности для участия в данном мероприятии. Хотелось бы отметить для всех присутствующих, что в настоящее время Республика Беларусь интересуется работа по созданию проекта Республики Беларусь, реализация сформированного комплекса мероприятий. Выделить сильные стороны нашей страны, довести до широкой общественности всю глубину, самобытность, привлекательность, имеющийся потенциал Беларуси. Я не буду тратить много времени на свою интересную речь. Хочу пожелать всем присутствующим здесь. И даже хочу отметить, что вот эта работа, связанная с реализацией проекта предпринимателя, деловичная, пользу общая, она будет интересной, по-прежнему будет интересной, продуктивной, позволит ряд участников. Всем желаю успешной работы и больших успехов. Решили поддержать проект, уже принять в нем участие, и мы рассчитываем на хороший результат, безусловно, не только, чтобы это был проект важный для Витебского региона, но чтобы ему можно было масштабировать. Сегодня мы предлагаем вам принять участие в этом прекрасном проекте «Тренд предпринимателя. Дело личное. Польза общая». За счет этого вы будете вовлечены в построение стратегии наблюдения и будете строить свой бизнес успешно уже завтра. Добрый, продуктивный, позитивный день, уважаемые друзья. Разрешите поприветствовать вас от всей молодежи Витебской области, пожелать успехов в данном проекте. Хочу сказать, что у Белорусского республиканского союза молодежи уже есть молодежная организационная традиция «Дети Беларуси». Бизнес всегда начинающий фермер, но мы нуждаемся в таком проекте, который нас приведет к нашей идее грамотно, и работающая молодежь сможет реализовать свои идеи на нашей земле, в Витебском регионе, в Витебской области. Находится в офлайне с нами здесь, и те, кто находится с нами в онлайн. На самом деле сейчас тенденция такова, что время конкуренции, время, когда нужно как-то конкурировать по цене и по каким-то качествам, проходит. Сейчас время, когда надо находить уникальность, надо необходимо выделяться и создавать не только благо для себя лично, как для предпринимателя, но и также нести благо в общество. И вот как раз-таки цель этого проекта и заключается. И я сейчас готов вам презентовать этот проект. Уважаемые друзья, представители прессы, я считаю, что презентация представленного проекта прошла достаточно широко, масштабно и
конечно, когда агентство Лапин предложило городским властям реализацию проекта «Бренд предпринимателя. Дело личное, польза общая», конечно, со стороны органов власти была огромная заинтересованность в реализации данного проекта. И состоялась презентация данного проекта. Я считаю, что она прошла на высоком организационном уровне с участием представителей Министерства экономики Республики Беларусь, Витебского городского совета депутатов и городского исполнительного комитета. Я уверен в успехе данного проекта, потому что проект нужен городу, потому что проект, он где-то будет носить и социальную нагрузку, потому что достаточно много людей, которые видят себя предпринимателями, но не знают, как реализовать свои идеи, свои возможности, свой потенциал. Проект как раз таки будет направлен на реализацию потенциала будущих предпринимателей и, конечно, их идей в будущем. Проект «Бренд предпринимателя. Дело личное, польза общая». Уникальность его заключается в том, что на самом деле каждый из вас имеет идею, каждый из вас имеет возможность реализоваться. Поэтому я приглашаю лично вас, вот лично вас приглашаю для того, чтобы вы максимально смогли раскрыть свой потенциал. Этот проект позволяет достичь результатов даже тех, кто еще не имеет своего проекта, есть только мысли. Не бойтесь, не стесняйтесь. У нас будет системный подход. Благодаря вот нашей коммуникации, нашей обществу, да, которое будет в рамках этого проекта, вы действительно сможете раскрыть свой потенциал и реализовать свой проект, реализоваться самостоятельно, продвинуть свой бизнес, продвинуть свою идею. Поэтому приглашаю, не стесняйтесь, подавайте заявки и до встречи на первом дне обучения.